В Анапе на четверть сократилось количество преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Не было зафиксировано ни одного конфликта на межнациональной почве. Эта информация была озвучена на рабочей группе по противодействию незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности. Совещание провел заместитель главы Анапы Валерий Королев. В работе приняли участие представители полиции, ФСБ, Следственного комитета, службы судебных приставов, Общественного совета казачества и главы сельских округов. Участники рабочей группы подвели итоги прошлого года и поставили задачи на текущий. Необходимо укреплять имидж курорта. Анапа в прошлом году вошла в топ самых безопасных городов России. Собравшиеся отметили, очень важно то, что работа в борьбе с нарушениями миграционного законодательства пользуется поддержкой общественности.